Уже завтра в эфире телеканала «Хабар» стартует продолжение шоу «Маска». Второй сезон проекта обещает быть интереснее предыдущего, говорят организаторы, и обещают, что музыкальные номера национальной версии популярного во всем мире вокального шоу не оставят равнодушными ни одного зрителя. Не пропустите первый выпуск нового сезона шоу «Маска» завтра в 19:15 по столичному времени в нашем эфире. В первых выпусках у всех участников, да и у нас, все-таки было мало опыта. К тому же в новом сезоне возросло и число вокалистов. Были программы, когда мы даже не догадывались, кто прятался за маской на сцене. Не хочется раскрывать всех карт, но будет очень интересно. Не пропустите.